Сюре, столкнувшаяся со своим прошлым, цепляется за Яс и Фарука, а для Сане настанет напряженный период ожидания. Эсма решает сделать важный шаг касаемо своей семьи. Пока она в здравии, она готовит церемонию завершения целой эпохи. Все будет прекрасно. Приходит и радостная весть от Гюлистан. Она беременна. Весь особняк охватывает праздничное настроение. Неожиданный приступ подкатывает на Эсму, и она такая мощная, что сможет перевернуть все вверх дном. Она сладится очередной, а именно 83-й серии турецкого сериала «Стамбульская невеста» на русском языке вы сможете уже 3 мая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.